Продаж драгоценного желтого металла возросли так, что его поставщики по всему миру не справляются с возросшим спросом. Розничные торговцы золота штурмуют брокерские конторы производителей, но и те вынуждены констатировать, что просто физически не могут удовлетворить все заявки. Поэтому в ход, наряду с сертифицированными слитками, вновь пошли и специальные инвестиционные монеты, торговля которыми какое-то время назад была приостановлена. Если до тревожных сообщений из США в нашей стране продавалось в среднем 100 килограммов золота в день, то на этой неделе этот объем увеличился до 240 килограммов. На самом деле, мне кажется, что спуска на цены золота не будет до сих пор, пока эти проблемы, которые мы видим в экономике, не найдут решения. И они найдут решение только, если государство в силах сократит расходы. К сожалению, мы в Европе и в Америке видим, про это ничего, почти не думают. Да, думали эстонцы, думали латыши, а остальные тратят все больше, спорят над этим, кто виноват или кто должен кому-то одолжать деньги. Они говорят об этом, например, в Греции или в Италии, что да, мы на самом деле должны сократить расходы на 20%. Это единственный выход, но, к сожалению, политики этого не видят сегодня. В течение последних 10 лет стоимость золота